О планах по цифровизации Кубани министру связи России Николаю Никифорову, который приехал в Краснодар, рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев добавил, что к высокоскоростному интернету собираются подключить 270 населенных пунктов, в каждом из которых проживают не более 500 человек. Важно, чтобы вот населенные пункты, которые еще вне охвата возможности скоростного интернета, все-таки получили эту возможность. Если мы хотим, чтобы дети, которые учатся в школах Кубани, даже в отдаленных станицах и хуторах, были на уровне подготовки, которая отвечает сегодняшнему дню, конечно, там тоже должен быть интернет, вот о чем мы и говорим. И возможность в школах пользоваться сегодня компьютерами, именно не просто компьютерами, а в рамках скоростного интернета, это, конечно, уже необходимость, если мы хотим, чтобы поколение, которое сегодня на Кубани учится в школах, было максимально подготовлено к реальной жизни. Мы хотим, чтобы в Краснодарском крае, особенно учитывая возможности вашего строительного сезона, почти круглогодичного, мы должны в 2018 году, с учетом больших планов по подключению больниц, в том числе подключить максимально возможное количество населенных пунктов. Потому что это те же самые волоконно-оптические линии связи. Глава Минкомсвязи пообещал помочь в согласовании проектов по подключению к высокоскоростному интернету станиц и хуторов края. Также Николай Никифоров вместе с Вениамином Кондратьевым посетил один из многофункциональных центров Краснодара. Министр пообщался с сотрудниками и посетителями и высоко оценил работу центра по предоставлению услуг для малого и среднего бизнеса. Предприниматели в одном месте могут получить максимальное количество муниципальных и государственных услуг.